Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем играть в Феникс Пойнт. Так, наши доблестные мантикорцы в Киеве. Это нубы какие-то, да? Да, левел 1. Доблестные мантикорцы насобирали себе команду. Слетать помочь? Давай слетаем, поможем. Стоять, пауза. Я по всем посмотрю тогда сейчас, что происходит. Мантикора лечится. Тиамат летит обратно. Что у нас летит Тиамат обратно? А, у нас один товарищ побитый. Кто побитый? Супервелю побитый, штурмовик. Давайте, наверное, немножко Аня полечится тоже. Не люблю, как тут побитый. Бегающий атакован, они порочные, все дела. Уровень опасности низкий. Ну, собственно, баблас тоже мало дают. Поехали. Так, ну это гоп-компания у нас. Без брони, блин. Слушай, ну вообще без брони. Офигенная гоп-компания, да? Ну, это норм. Норм. Это норм. Этот. О, это очень норм. А что с огнеметом? Ну ты можешь уклон огнеметом размахивать, блин. Оу, я понял. Я понял. Это та еще компания. Миссия как раз для них. Но вот это неплохо. Это весьма неплохо. Так, мне надо их всех посмотреть. Чё-то у них фуфло какое-то. Так, ты снайпер, я так понимаю, да? А, пистолет у тебя говнище. Ладно, пока такой будет. Циклопа? Циклопа. Идалон, точность плюс 15. Вот это один, пожалуйста. А эту порнографию куда-нибудь день. Афина. Афину мы тебе не дадим. Афина для крутых чуваков. Так, что-то я это тут, да? Так. Какие ж они нубы. Ну, хоть это ничего. Хоть это что-то может. Хоть кто-то у нас что-то может. Ой, даже повязать может. Вот товарищ у нас. Ни о чем. Аугментировать я его не мочь. Мутировать я его не мочь. Потому что у нас тут фигня. Я правда не понимаю, почему я не могу пленных каких-нибудь разобрать на что-нибудь, а? Ну тут ничего нет такого бионика. Я вот это ему могу поставить. Но не хочу. Так, ладно, ты будешь у нас, да. Ты будешь у нас издалека шаманствовать. Что поделать. Так, погнали. Вот наш голожопый шаман. Вот мы защищаем объекты. А, все очень странно. Мне кажется, голожопый шаман должен где-то прятаться. И смотреть вперед. Я просто наугад его ставлю, что ну пока ничего не понятно. Так, иконоборец, ты на штурмовичок, да. Ты можешь рывок. Конечно, здорово. Давай. И это очень странно, потому что я врага не вижу. Ты кто, спирани? Ну тоже типа штурмовичок, но фуфлыжный штурмовичок. Ты будешь смотреть тут, ну вдруг чего увидишь, конечно. Опа, вот оно. Сидит. Holding position. Да holding position, конечно. Так хорошо holding ее. Огнемет Данте. Ходить вообще не умеет.
Офигенное у тебя место, чувак. Хоть со щитом постой. Так. Мордукля наша злобная. Что ты можешь? Примерно ни хрена ты можешь. Окей, беги. Слушайте, они бегают вообще... Вообще ни о чем. То есть тут вообще... Там двое. Снайпер. Ёбарный бабай. С места вот так. Да. Сейчас мои нубы получат. Ты орел. По-моему, никто не попал. Даже снайпер не попал. Да, и я такого же мнения об этих бойцах. А он пытается парализовать баг. Там тоже идиоты. Ну, по крайней мере, они стреляют в банку. Так, шаман. Хоть и безоружный, ну давай. Что-нибудь да делай. Так, ты кого-то видишь. А твой шанс попасть стремятся к нулю. Так, рывок ты можешь сделать один. После чего превратишься в тыкву. Или в овощ. Ну да, тыква овощ. Ты видишь снайпера? Можешь ли ты в него попасть? Нет. Но попытаемся. Ай, как страшно. Сиди. Все у тебя хреново. Так, чувак с пираньей. Может быть, отсюда видно лучше? Может быть. А наш танк, который вообще, походу, разучился ходить, а нет. Убрать. Даже не знаю, давай сюда. Они все очень фуфлыжные. Так, щит. Щит не мочь. Ну, видимо, что-то требует щит. Holy shit. Рывок на последние. Тоже шляпа-то еще. Давай так. А вот выживешь. Тебя можно даже вот так заслать. А потом ты как выбежишь, как выскочишь. Ух. Так, снайпер. Ну что, сиди, смотри. Что я еще могу? Стопэ, какой он снайпер, у него иконоборец. Он не снайпер. Ладно. Что-то я куда-то не туда, да? Да нет, это снайпер, кажется. О! Не попали. Турель, здорово. На этот ход она еще не стреляет, пока я так думаю. Давай, сей панику. А также разумная, добрая, вечная. Паника, хорошо. Так, стоп, а гранатку? Мы же можем докинуть гранату. Можем, кидаем. Ну, такое. Парам-парам-парам. С рывками мы покончили. Долбануть мы никого не можем, да?
Побежали. Возможно, я вломлю турели. Возможно, не вломлю. Ладно. Просто мне турель очень не нравится. Как-то, блин, хреново все. Блин, он вообще малоподвижный. Ну тут барахло, но у нас воля к победе будет. Так, ну что ж, самое время вломить. Я так понимаю, воля ему принесла открытие ящика. Удар, электроудар. Ну нет, здоровья там нахрена. Давай. Нога отключена. Молодцом. Вали его. Тыц. Молодец. Окружай его. Снипер. Опа. Давай, заработай себе очко. Косой. Косой пень. Ну все, он уехал. Ой, стой, еще один. Это что за респ такой? Или он вышел оттуда? Фу. Нормально. Чувак, кто труп? Чак. Что нам оставил? Барахло он нам оставил. А в этом луте, в принципе, что-то хорошее бывает. Мне кажется, нет. Так, ты что можешь? Ты можешь панику навести? Давай, паникуй. Ну, ты панику на воде. Что-то ему сразу поплохело, да? Он такой, его видно стало. Так, кстати, заражение вирусом вроде теперь дамажит стало. Но не ударим. Да. Давай сюда. Выпилим его. Ты... Ну, тут можно вообще подходить вот такую ногу. Типа, эй, чувак, чё припёрся? Ready to fire. Мы тебя не звали. Огнеметчик сегодня вообще мимо. Ну, надо оружие посерьезнее, бегать получше. Все, враги кончились. Враги кончились. Ну, если в предыдущей серии у нас были нубы, тут мега нубы. То есть мы их только что наняли. Первый уровень. Хотя нет, тут пятый, шестой. Это те, кто на базе сидели. А че они такие паршивые тогда? Даже не знаю. В общем, это все надо вооружать как-то. Как-то на что-то вооружать. Соответственно, надо зарабатывать денег. Ну, ресурсов. Денег-то нету. Искупитель. Барахло. Ой, блин, я для Деймоса сделал. Деймос не нужен. Для циклопы? Ну давайте, надо. Посеяли. Так, производство. Блин, смотри, сколько всякого нам нужно, да?
Нейтрализатор. Тут чуть-чуть оставалось час. Давай, ладно, час нормально. Броня нужна. Это нужно вот так. Порядочек такой будет. Так, на ноги броня. Вообще, тому орлу нужна вся, конечно, броня. Я надеюсь на мутацию, конечно. Так, анушникам. Ну, я понимаю, что я на туловище ему потом что-нибудь повешу, но пока пусть будет. Что еще? У нас нет пушки. Большой пушки для тяжа. Двух больших пушек для тяжа. Но мячков-то нет. Ядовитый. Нету. Психея. Афина нужна еще. Одна есть, надо еще, конечно. Ладно. С пираньями жопа. Я как-то попутно вспоминаю, да? Голоса гормон это вообще жопка. Ну, вроде у нас один бегает с ней, пускай бегает. Судьба. Судьбу мы вроде делаем, да. По-моему, заспинный он какой-то, я ни разу такого не видел. Так. Хель, надо, надо. Надо, надо. Голиаф пока не на что. Ярость, ракета. Ворон. Пиранья. Надо. Ну, конечно же, надо, но нету. Соточка. Вроде немного. Так, ладно. Эта гопота у нас вполне себя хорошо чувствует, поэтому давайте тут полетаем. Блин, вляпаться могут, конечно. Не, давайте гопники полетят на базу. Так, летят? Летят. Ждем. О. Против туманчика есть стимулятор, который внушает отступление. Не очень надо, но пусть будет. Да, я могу производить стимулятор. Спасибо. Я так сразу не могу найти. Надо еще раз зайти. Вот, все, сняли. Ждем. Амфион готов. Здорово. Пауза. Чё? Кто? Чего пауза? Давай чуть-чуть долечимся. Так. Дороти Адамс. Чё тут? Секунду. Нападение 17, защита. Ну, короче, в пролете они. Потому что нубу мантикору я не могу. А, вот не нубу мантикора. Давайте попытаемся. Так. Тиамат. Ну, супервейли тут, да. Побит немножко. Сейчас вылечится. Стоять. И Тиамат пойдет люлей вот тут раздаст. Пандарасом. Матузелла. Защита 8. Блин, ну тут непорочные пришли. Ну что, Тиамат, давай сначала тут вломим. Нам деньги нужны. О, приличные деньги. Нас, конечно, потребуют. Так, что тебе не так? У тебя аптечка не так. А, нет, не аптечка не так. У тебя гранатка не так. На вот так. Всем остальным все так, да. Ну, этим, да. Этим так. Тут два новичка, конечно, у нас единичные. Я понимаю. Тебе не нравится винтовка. Мне она тоже не нравится. И ты на это не смотри. Она тебе тоже не нравится. Я понимаю тебя тоже. А, ну две турели есть. А фиг ли тебе еще надо?
Перегруз, перегруз. Тик. Ну, перегруз. Ничем не могу помочь. Погнали. Так, погнали. Ну, вот это... О, как оно все непросто. Вот это приличные люди. С ними можно иметь дело. А еще у нас тут появился нуб-шаман. В дополнение к люксу. Который бегает, конечно, недалеко. Знакомые места была такая карта. Но тут лазить нельзя, да? Ну, шаман пока тут посидит. Так, ты с Пифагором. Это кос. Аниме-снайпер. Давай на крышу. Я тебя немножко подставляю, мне кажется. Ну ладно. Ты это переживешь. Врагов нет, тем не менее. Так, это у нас люкс. Почему-то он не хочет лезть на большую крышу. А кто бы хотел, да? Давай сюда. Раз снайпер тебе на крышу. Блин, где-то лестница начинается, а вон она начинается. На втором этаже. А, сюда-то вот так вот надо лезть. Хорошо. Так. С Деймосом. Штурмовичок. Бегает далеко. Имеет Деймос. Имеет дробовик. Может стрелять. Второй товарищ с иконоборцем. Пожалуй, тоже пойдет в здание. Куда-нибудь сюда. Чтобы выскочить на врага с тылу. Блин, главное на него, чтобы враг с тыла не выскочил. А, ты еще можешь вот так. Не, нормально. Так, тяжик. Пошел. Удивительно, что я врага не вижу. Врага тут довольно много. Ждем. Глаз горгоны, блин. Через бортик не сможет. Давай сюда. И тут станет первый турель у нас. Ну, когда-нибудь станет. А пока вот так. Еще снайпер. Да, это змей. Сразу наверх, молодца. Очень быстрый, очень далеко бегающий. Ну чего? Основное здание, где самое привлекательное для врага, мы обсидели. Осталось понять, где враг. Человек пойдет своим ходом, как пойдет меня долбить. А, за углом враг, ход завершен, нормально. Они оттуда там вышли, с середины, я так понимаю. Так, шаман, иди сюда. Сиди. Ну чё, прицел? И ждем. Так, этот не особо. Ну, шаман. Физподготовкой пренебрегал. Все. Так, Тибио. Ты, конечно, можешь вырваться.
А я думаю, даже и стоит вырваться. Посмотреть на врага. Давай. Есть что убежать? Ой, ты ж тут, тут вас сколько... Это был нежданчик. Ладно, если что, убежим. Так. Так, то, что у тебя был труп за что-то. А, вот так, да? Давай. Оп. А, тебе все равно куда? На. А убежать я могу? Их было двое. Я в шоке. Средняя угроза, два человека. Я что-то не понимаю в этой жизни. Была средняя угроза, не минимальная. Что-то они со сложностью сделали, по-моему. Что у нубов было три человека. Тут два. Был недавно патч с балансом. Тихопс. Вышибало. Ладно. Главное, вот это дают. Это мне надо. Ой, Ерехон теперь попутчик. Пополнить все. Так, ладно. Производство. Пираньи. Ну, еще противотуманочки нам, конечно, нужны. Возможно, я, да, пожадничал, но ладно. Так, пиранью. Двух, я думаю, хватит. И на дофину, наверное, еще, да? Бронирщик. Урон 40. Кноборец. Да, пожалуй, давайте еще Афину. Поиск какой бы, что ли, был, я не знаю. Тут искать-то все это. Вот Афина. А, нет, это магазин. Вот Афина. Ну ладно, производим. Так, и у нас все-таки Тиамат. Тиамат летит сюда. Тиамат, отвлекшись. Но первым прилетят нубы, да? Не успели. Haven destroyed. Да. Стоимость вербовки снижена. Ну, что поделать. А вот и ерехонцы вылезли. До меня дошли слухи, что последователи Ану начали обучать миссионеров в попытке обратить в свою веру больше людей перед литургией божественной плоти. Хотя новый ерехон поддерживает свободу вероисповедания, мы считаем, что религия – это личное дело каждого. Когда религия становится орудием государства, догма становится оружием, а хватка за умы наших людей становится войной. Схватка, наверное. Ну, в принципе, да. Но они имеют право распространять свои убеждения. Как они сразу стоят минус 20, ко мне минус 6. Я понимаю охоту искать простые ответы, будь то в политике или религии, но использовать такой подход мы больше не можем. Вместо этого мы должны задействовать разум, чтобы понять природу угрозы, с которой сталкиваемся, и действовать соответственно. Ну, хрен с вами. Храм. Это исследование? Берем. Передавай оружие техников. Берем. А, вот так сразу. Это кто? Гремучая змея, бронебойная турель. Здорово. Я там лазерные делаю. Так, ладно. Чё я тут хотел?
Сканирую территорию я хотел. Это раз. Тут знак вопроса был, но далеко, черт возьми. Ну, полетели. Мне кажется, раньше Тиамат прилетит. А в обнове, вот по поводу улитки еще было, что улитку теперь... Ну, я так понимаю, что это про улитку, а не про наседок. Что, замочив улитку, надо еще всем уйти. Так, ну что? А мы сделали броньку. Что у тебя с бронькой? У тебя все хорошо с бронькой. Подготовочка. Глюпий. Необразованный шаман. Низкий уровень у тебя. Даже не знаю. Не стоит, наверное, пока его никуда. Пусть так сидит. Так, поехали. 20. Ну, сила воли, сами понимаете. И... А, скорость все. Максимум. Ну, что, копим. Копим. Эти все брать. Алекс Змей. Подрыв тебе не нужен. Меткость. За счет дамага у тебя так меткость завышена. Скорость. Силу надо. Ёлки. Ему же Афину надо дать. Так. 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 Или Гефеста. Гефест почти не используется. Вот так. Ну, слушай, нормально, мне кажется. Положено на место. Фениксовый. Надо маску сделать. Так, ярость пошла в пень. Обоймы пошли в пень. Ну, пускай все лежит пока. Следующий. Супервелио. Ну, у тебя дробовик, у тебя все хорошо. Броня Один, я думаю, достаточно адекватная. Гранату лучше вот такую. Норм. Можете аугментировать. Вопиш не надо, ну ладно. А, неустрашимый. Демос, блин. И перегруз. Подготовка. О, ты у нас, да. Давайте в силу вложим себе. Снаряжение единичка. А что бы выкинуть? Далее Деймоса выкинем, будешь далеко бегать. Далее. Ну, это экипирован по полной, ему еще надо будет в подготовочку вложиться. Норм. Люкс. Пифагор. Традиционно. Я думаю, ничего не надо, подготовенько. Поиск разума, фуфло. Безрассудность. Да не. Давайте силу воли апнем. И хватит с тебя. Так, это Нубариус этот. Это другой Нубариус. 9 очков. Давайте волю качнем. Что-то по снаряжению может. О-о-о. Все плохо, да? Ну, я не могу у него ничего отнять. Из песни слова не выкинешь. У него должен быть хоть какой-то автомат. Хоть с какой-то обоймой. Ну, хоть на единичку. Он просто ходит очень мало. Защитник ВНД, задай нафиг. На этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.